открытый. Джакузи с теплой водой, где можно легко вдвоем в бассейне. Народу никого, кайф. Вообще. Где можно призвиться. Вот сегодня мы сейчас тут вообще находимся вдвоем. Напротив качалочки, разные тренажерчики позаниматься. Все бесплатно, все для людей, все для людей. Все для людей. А еще сегодня День Победы вообще. День Победы. Там-там-там. Начиная от номеров питания, заканчивая этим же просто расслабоном. От номеров питания до номеров бассейнов. Открытый такой бассейн, прикольный. И то, что очень многие люди не знают про него. Тут джакузи. Одна, вторая. Которая с правой стороны, там включаются кнопочки. И сам регулируешь. Вот, раз, нажал. Пошло сильнее бурление. Сейчас еще нажму. Оп. Сидишь, вообще кайф бьет. Раз, отключил. Встань, отойди. Про него мало кто знает. Поэтому сегодня мы, наверное, как у людей, призвимся вдвоем. Тепленькая водичка, кайф. Это бурунчик включит. Бурунчик включил? Включил, попер бурунчик. Кайф. Продлим мы еще на пару лет. Виза у нас 17. Наверное, на пару лет мы продлим и останемся здесь. Виза до 17 у нас. 4 дня еще можем пожить. Вообще кайф. Возьмем себе палатку и там на пляже. Домик из камней. И то, что тут вообще вдвоем. А туда выйти на улицу, такие два бассейна у отеля, полно, некуда лечь. Тут вообще все свободно, супер. Советуем ехать в Вилла Дорадо, кайф, отдыхать. Пока.